сегодня, видимо, будет в Оксане. Зыбьте, а там Большой театр. Здрасте, коренная москвичка. Я впервые в Большого театра. Угорает она. Вот нормально, все хорошо, все зашибись. Сегодня будет вок. Если я его смонтирую, разберусь в одной премьере. Я тот дикий человек, который не был Большого театра. А вот там Кремль. Кто-то гуляет, а кто-то успел пожрать. А кто-то стоял и добросовестно меня ждал в Старбаксе, потому что в Старбаксе готовят еще дольше, чем в Кофиксе. Как я их люблю. А еще и там очень дорого. Ну что ты делаешь ради кофе? У меня есть папа, есть велик, есть насос. Надеюсь, это сработает. Раз тут немножко в заряде занесло. Мы вообще-то в охотный собираемся поехать. На видео в следующий раз. Вообще-то в Зарядье я давно хотела съездить. Мама такая, там классные фоточки можно поделать. Я не была. Я только знаю скандальную историю, когда тут девушка приехала из провинции Зарядье, а ее задержали, типа, у вас на площади. Хотя, очевидно, говорят, что по ней надо же, там есть травка. В Москве есть травка. Я думала, травка бывает только на окраинах. В этом и смысл Зарядье. Травка. Травка! В Москве! Вот понимаете, вот как бы каменные джунгли, вот как бы идешь в толстовке, жарко, но по окраине холодно, тут жарко. На коренами я чего-то не покажу. Я любительские растения покажу. Да ты не понимаешь, я когда в Инстаграме запостила сторис с вопросом, люди, подскажите, недорогой этот... как его видеоредактор, и там девчонки сразу откликнулись. Знаешь, что они? Да. Они всегда откликиваются. Мне, по-моему, у них это смысл дождаться моего блога. А вот это создание меня провело мимо прутиков. Сказала, что пойдем к прутикам, а потом говорит, а, вон, смотри, прутики, а мы на мост дошли. Не, ну молодец, конечно. Обещала прутики, а где тропические растения? Там. То есть тоже не на мостик. Тоже не на мостик. Но на мостик мы все равно пойдем. Кто бы сомневался. Мы тут посчитали, что в принципе можно дойти до Чеховской. От Чеховской я спокойно дойду до Менделя. От Менделя до Савеловского. И оттуда на автобусе 30 минут. Там углядеть пешком до дома можно. В принципе, можно дойти, доехать до Петрашки, оттуда опять пешком. Тут 25 минут до дома. Все-таки меня привели к прутикам. Не обманули. Кстати, наконец-то в Москве что-то зеленое появилось. Там водичка. Снимать снимающего, это нормально, да? Это вот норма, да? Вот окна. Самая большая мать и мачеха, которую я видела когда-либо. Вот просто что-то с ней не так. Вот что-то пошло не так. Мы куда, Сань? Отсюда. Плывет рыбка, вот ради нее я приступ. Куда ты забыл? Вон еще одна. Хорошо, там много, их там очень много. Я не знаю, видно сейчас, у меня вообще правильный экран. Такие красивые. Еще она очень злой человек. Она меня заставляет вон туда идти. В тропики, говорит. В тропики, блин. Пока дойдешь, колени попрощаются. Ну, пошли в тропики. Говорят, это тропики. Видать, что-то пошло не так. Не, ну что так нормально. Гуляем. Меня по склончикам гоняют. Не пустили в Хибиня, так погоняют в Москве. Шоутся у вас такое довольное лицо. Угу. Камера на бой, шлыпка попадает. Что пошло не так? А что так красиво? В принципе, вон там Москва-Сити. В принципе, оно. Люблю, когда перед камерой проскакивают пушки. Москва, как всегда, строится. Москва не строящаяся, не бывает. Вот там стройка. Вон там видно, тоже стройка. И вон там стройка. Красоты вам из Москвы. Тут ходить, в принципе, нельзя. Там стоит охрана, но... А еще мы немножко замерзли.
А еще куда мы дальше идем? Что ты со мной рулишь? Вот ее камера не берет, потому что она за спиной прячется. Куда мы идем? Немножко масковые, вон там кремы. Вон там храм Василия Божия, Христа Спасителя. Простите. Вон оно. А вот это моя подруга, которая сегодня выступает экскурсоводом. Вот это храм, я не знаю что. Это я тоже не знаю что. А там стройка. Начали, к тому и вернулись. А там куранты. Как уйти без видео с курантами, Саня? Чего только фотка? Видео. Будет смешно, если я не сделаю этот влог. Будет полный угар. Ну зато нам будет что сказать. Да. Я уже поняла, что эти влоги снимаю тупо для себя, чтобы потом 2 года спустя посмотреть, как я классно упарывалась на камеру. А еще я поняла, что в плане влогов у меня лицо либо где-то обрезано, либо еще что-то. В общем, я телефон как-то очень странно держала. А еще я очень стеснялась ходить по Дегуниной без Куникова с телефоном снимать себя, потому что тогда это еще не было таким мейнстримчиком. И все-таки мы дошли до охватного ряда. Я хочу эту ламу, она стоит 1500. Мы все-таки дошли до ТРЦ. Господи, как вот это все мило. Вот все мне это запакуйте. И на улице, пожалуйста. Да. А лучше за цапы надо. Очень много манго. Просто... А пахнет, кстати, не манго, пахнет какими-то этими фруктиками. Ну да. У меня, кстати, еще не смылся хвостик. Красивый. Каждый человек, она завела меня в катакомбы. Вот что это? Вот там пустой коридор. Куда мы идем? И вот там пустой коридор. А я купила рольчики. Мы нагулялись немножко. Мои клянички прощаются. Но? Могу предложить. Чувство, когда планы на вечер нехило так изменились. И я теперь... Да, я должна была бегать, но в результате я немножко катаюсь на самокате, потому что мои коленочки мне сказали прощать. Вот. И не догуляли мы с Саньком. Потому что... Догуляли мы с Саньком, потому что у меня... Бабушке стало плохо, мне надо будет вести медикаменты. Красота.